Кто должен чистить дороги, тротуары и дворы от снега? Где чья ответственность? Такие вопросы часто задают магаданцы в социальных сетях. На них ответили в городской прокуратуре. Как сообщают в пресс-службе ведомства, своевременная уборка автомобильных дорог, территорий, крыш, жилых домов и зданий от снега и наледи – один из наиболее актуальных вопросов, возникающих в зимний период, так как неисполнение данных обязанностей влечет за собой повышение травматизма среди населения, а также угрозу жизни и здоровью горожан. За благоустройство и поддержание придомовой территории в надлежащем состоянии отвечает управляющая организация, силами которой расчищаются дворы, крыши и козырьки зданий. Уборкой городских дорог и тротуаров занимаются коммунальные службы. За содержание территорий частных предприятий отвечают их собственники. Ответственные за содержание лица обязаны убрать снег с проезжей части автомобильных дорог, тротуаров, пешеходных дорожек, остановок, а также устранить зимнюю скользкость в предусмотренный законом срок после окончания снегопада. В период обильных осадков в первую очередь снегоочистка осуществляется рядом с социально важными объектами, такие как больницы, детские сады и школы. В случае несвоевременной расчистки придомовой территории гражданам следует обращаться в управляющую компанию или ТСЖ, а городских территорий – в органы местного самоуправления. О фактах бездействия указанных органов можно сообщать в прокуратуру. За ненадлежащее содержание уличной дорожной сети и несвоевременную уборку снега предусмотрена административная ответственность. Санкции – наказание в виде штрафа до 1 миллиона рублей, а также административное приостановление деятельности.